пусть и не целую планету, но родной поселок точно. Именно сказка «Экзюпери» вдохновила маленькую Полину Гулееву прийти на Всероссийский субботник в Прибрежном. Для самых юных участников нашелся и специальный детский инвентарь. Сегодня сюда я пришла крабочку не убирать. Да и совпало так, что точкой сбора стал сквер Овчарова, который в прошлом году обустроили по программе формирования комфортной городской среды. Этот сквер благоустроен в рамках программы «Комфортная городская среда». Наш сквер победил в конкурсе, который проводился среди 20 площадок. И мы заняли первое место благодаря активности жителей. Ну, мы узнали, что сегодня здесь будет субботник, и решили всей командой прийти поучаствовать в рамках Всероссийского субботника, здесь помочь сделать наш поселок чище. Да тут все глаз радует, тут все очень красиво получилось. Быть активными, как жители Прибрежного, может каждый. Проголосовать за общественное пространство, которое претендует на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» можно с 26 апреля по 30 мая этого года на платформе 63городсреда.ру. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.